Участники митинга в центре Тирасполя хотят, чтобы Приднестровье услышало все мировое сообщество. Молдова своими действиями нарушает элементарные права человека, сказал сегодня один из организаторов митинга, председатель ОСТК Владимир Емельян. Но сегодня, особенно эти вот таможенные пошлины и остановка предприятий, продукцию которых не выпускают, коснулись каждого приднестровца. И людей сдержать просто не получается. И мы хотим, чтобы и Евросоюз, и ОБСЕ, и все сторонники формата 5+2, все участники формата плюс 2, обратили на это внимание и принимали цивилизованные меры в правовом поле. Есть международные установленные правила, они должны соблюдаться.